Кто сможет купить жилье или оплатить образование с помощью пенсионных накоплений, сегодня разъяснили в Министерстве труда и соцзащиты. Использовать свои накопления смогут лишь 700 тысяч вкладчиков. И речь идет не только о тех, у кого достаточно денег на счету, но и о других категориях. Так, 530 тысяч человек – это работающие граждане. Правда, у мужчин сумма минимальных накоплений должна составлять почти 7 миллионов тенге, а у женщин – около 10 миллионов. Такой минимальный порог достаточности – озвучивался еще в феврале. Далее пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от утраченного дохода. При этом использовать на приобретение жилья они могут лишь половину от суммы накоплений. Тема о покупке квадратных метров на средства ЕНПФ обсуждается в Казахстане еще с прошлого года. В этот раз добавлена категория граждан, заключивших договор пенсионного аннуитета со страховой компанией.